Всем привет, с вами Арин и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Следующие месяцы покажут режим зомби для Call of Duty Black Ops 3. Компания Bethesda отдает Fallout 4 фанату за 2240 крыжек. Новые детали обновления 2.0 для Pillars of Eternity. Следующие месяцы покажут режим зомби для Call of Duty Black Ops 3. Кроме того, что студия Treyarch продемонстрировала мультиплеер игры Call of Duty Black Ops 3, она также сообщила, что все последующие выходящие DLS будут временно эксклюзивными для PlayStation 3 и PlayStation 4. Но и это не все, ведь разработчики также пообещали продемонстрировать режим зомби. Режим зомби будет показан 9 июля в Сан-Диего, где, как известно, будет проходить Comic-Con. Стоит напомнить, что в Call of Duty Black Ops 3 намечается целый ряд новых особенностей. К примеру, в игре появятся специализированные классы, которые дадут возможность игрокам делать уклон на те или иные способности. Что касается нового режима, какой именно он будет, пока что неизвестно, но уже 9 июля разработчики раскроют все тайны. Напоминаем, что Call of Duty Black Ops 3 выходит 6 ноября этого года на платформы Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 и ПК. События игры развернутся спустя более 40 лет с момента события первой части. Компания Bethesda отдает Fallout 4 фанату за 2240 крыжек. Как известно, в серии игр Fallout основной валютой выступают крышки с под бутылок, а ради получения игры фанат отправил в офис компании Bethesda более 5 килограмм крыжек. И вот на данный момент разработчики игры решили обрадовать парня тем, что они согласны передать ему копию игры за 2240 крыжек. Кроме этого, важно отметить то, что отправленные им крышки будут перечислены на счет его героя в игре Fallout 4, которыми он сможет пользоваться по мере прохождения игры. Также разработчики отмечают, что повторять подобный фанатский поступок не стоит, если только поклонники серии Fallout не придумают более интересный способ завладеть игрой. Новые детали обновления 2.0 для Pillars of Eternity. Команда Obsidian Entertainment опубликовала новый видеоролик, который поведает о новых деталях грядущего обновления к игре. В этом видеогайде исполнительный продюсер игры Адам Бренек детально рассказывает о нововведениях, с которыми игрокам предстоит столкнуться в обновлении 2.0. Сразу же стоит отметить, что в грядущем обновлении искусственный интеллект станет намного умнее. Наконец-то появится режим соло-стелса. И не менее важно то, что в игре появятся долгожданные индикаторы точности и заклинаний. Нововведения в боевой системе позволят игрокам заранее просчитать нанесенный урон противнику, тем самым повышая тактические превосходства игроков против искусственного интеллекта. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арин. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!